16 апреля по всей республике стартовал широкомасштабный субботник, организованный в рамках акции «Зеленая весна». В этот день коммунальные службы, работники организации, активные жители вышли на уборку в преддверии майских праздников. Большая работа была проведена в сельских поселениях района. В ходе субботника организована масштабная работа по уборке территорий подведомственных учреждений, парковых зон и скверов, мест массового отдыха людей. Особое внимание было уделено наведению порядка на кладбищах вдоль объездной дороги в лесополосах. Подобные мероприятия носят регулярный характер, что способствует поддержанию чистоты и порядка на местах.